Представители власти встретились с работодателями-должниками по налогам на доходы физических лиц. Из руководителей 8 компаний, вызванных на ковер, явились только 3. Ряд организаций задолжали не только в местный бюджет, но и своим сотрудникам. В этом случае им придется пообщаться еще и с прокуратурой. Активных студентов и школьников поблагодарили за летнюю работу в центре занятости. Лидирующую строчку в рейтинге самых популярных профессий занял клининг-менеджер. Подростки наводили чистоту на улицах города, очищали от скопившегося за зиму хлама поймы рек и обочин дорог. Партнерство культурной инициативы и проект «Театр Нового Уренгоя Ямала» получил почти 2,5 миллиона рублей. Это президентский грант на развитие гражданского общества. На эти деньги театр «Северная сцена» поедет с гастролями по городам и районам округа. Среди победителей еще 3 новоуренгойские некоммерческие организации.